Приветствую всех зашедших на мой канал. Конец октября скоро. Сегодня 19 октября, и я буду готовить свои розы к зимовке. Но прежде надо приготовить раствор фунгицидный для обработки. За лето розы накопили различные болячки на листьях и точки, и признаки мучнистой росы. И есть ржавчина, и паутинный клещ там жил. Одним словом, надо приготовить раствор бордовской смеси. Продается готовая бордовская смесь, которая состоит из медного купороса, пакетик внутри 100 грамм, и окись кальция, известь. Как готовится? Приготовила я 4 емкости, теплая вода везде. И буду вначале разводить в небольшом количестве жидкости, теплой, около 50 градусов. Вот сыплю, растворяю, помешиваю, растворяю до полного растворения. Это медный купорос, фунгицид. 1% раствор буду готовить. Это для профилактики. Большого поражения я не видела. Листва в основном здоровая, но есть, конечно, признаки заболеваний, потому что лето было дождливое. И с профилактической целью надо все это сделать. Так, вот теплая вода и медный купорос. Развела. Ночью у нас уже хорошие заморозки. До 5 градусов, до 7. В эту банку с теплой водой я буду высыпать окись кальция или известь. Порошочек 100 грамм. Ну, все это готовое. Инструкция есть. Ну, вот я готовлю так. Необходимо предварительно развести в отдельной емкости эти составляющие части бордовской смеси, а затем этот объем маленький хорошо вот так, чтобы все высыпать, хорошо размешиваю. Размешать надо. Там вот прямо на стенках осталось немножко. Еще раз напоминаю, теплая вода. И надо разводить в отдельных емкостях. Так, развела. Кажется, хорошо. Разболтала. Теперь необходимо соединить эти два раствора. И раствор медного купороса мы будем вливать в раствор окиси кальция или это известь, как говорят народу. На улице уже сегодня прохладно, поэтому я все делаю в помещении проветриваемом. Потихонечку буду вливать, вот, так, чтобы не разлить. И помешивать надо. Помешивать надо. Налила. Теперь буду мешать. Химическая реакция будет. Вот, потихонечку, постепенно вливаю, размешиваю. Я развожу так. Затем это все хорошо я перемешаю.
и выливаю 10 литров воды. Тоже теплый раствор. Уже я приготовила емкость. Все это выливаю теплый раствор. В объем 10 литров. Ну, сразу в небольшое количество. А затем в объем 10 литров. Вот. Сюда вылила. И довожу до 10 литров. Все это дело довожу до 10 литров. Сейчас помешаю хорошо. Можно еще так разведенный медный купорос развести в 5 литрах. И окись кальция тоже в 5 литрах. Затем соединить все эти растворы в 10, в объеме 10 литров. Ну, я решила так делать. Неудобно мне одной рукой все это делать. Поэтому принцип я показываю, как готовится смесь бордовская для обработки роз осенью перед укрытием за 2 недели. И какое условие? Температура воздуха еще должна быть 5 градусов. Когда тепло, при минусовых, конечно, уже этот препарат не будет работать. Вот 10 литров воды, ведро. Бордовская смесь готова. Сейчас пойду заправлю распылитель и буду обрабатывать свои растения, розы и другие цветы, деревья.